Итак, всем привет, с вами Стал. Сегодня мы продолжаем проходить Darksiders. Так, у нас все-таки 12-й левел. Кое-это было путешествие. Стража позволила спасти древо от порчи, но будут еще призраки, о которых услышат. А Вессалом, поднимешься ли ты снова на коня? Да, Авессалом. Так, и где... Да, мы возле колокола, хорошо. Да, на неизвестном большом мягком черве можно, в принципе, и на лошади, в принципе, да. Но что, неинтересненько. Ой. В другую сторону. Погнали. Залезь. Так, нам нужно как-то забраться наверх, потому что нам туда нужно. Сундучок я заберу. Кстати, карты не завезли. Так, что тут у нас? Хорошо. Ну, это тот замок... Что? Так, это было сейчас опасно. Это как раз-таки тот замок, который я, по идее, шел, но он почему-то находился на пике, и оказывается, он передвижной, а не тот, который хотелось увидеть. О, да. Куда нам дальше? Да что? Ты сюда, что ли, подойдешь? Так, что тут у нас? Раз такой. Летим дальше. О, фиолетовая. Защиты джипы. Подожди. Затраты ярости уменьшаются. Это интересненько. А я могу еще улучшить? Могу. Но это будет потом. Так, это... Вот это точно я отдам. Вот это отдам. Мне две вероятности... Так, вот эти три, четыре я могу отдать спокойно. Это урон холдом я оставлю, наверное. Потому что здесь уже у нас молнии урон, так что ладненько. А это я посмотреть хочу, просто интересно. Сука. Так, хорошо, давайте сейчас немножечко улучшим. Принести в жертву. Чуть-чуть не хватает, да? Так, это у нас прорубающий урон, вероятно, скажем. Хорошо. А, то есть эффектом нам больше не дадут. А, не дадут. Почему нет? Какой? Какую?
Пробивающий урон у нас и так есть, но защита побольше пусть будет, так что нормально. Так, хорошо. Куда идти тут? Что? Куда? Или нет? Да, сюда, я здесь не был. Так. Куда идти дальше? Весьма интересно тут сделано все. Так. Так. Нормально, да? Да. Первый есть. Что? Почему он убрался? Где? Здесь есть какое-то ограничение, нет? Просто он просто так убрался. Или у меня там пистолет был? Все возможно. Так, у нас здесь опять, ну, слишком много паркура. Слишком много скалолазания. Куда идти дальше? Почему он не прыгнул нормально? Сейчас опять этот путь проходить. Он не прыгнул. Ну, вы видели, он просто не захотел. Так, это shift. Так, что? Ты чё? Что? Ладно, попробуем сделать немножко по-другому. Вот такой затуп в этой игре, мне кажется, не стоит такого делать. Так, даже Q не работает здесь. Так, может, я что-то сейчас делаю неправильно? Давайте посмотрим на последней части. На последнем... где? На последней точке. Что? Так. Тут ладно. А вот тут непонятно особо. Так. Но он не будет так прыгать. Даже мышка особо не хочет туда поворачиваться. Давай. Да нет, что? Так, давайте тогда попробуем по-другому. Попробуем. А как можно попробовать еще? Только одним способом. Сука. Для того, чтобы это сделать, нужно отпрыгнуть в обратную сторону, то есть вообще в противоположную. И нажимать, просто кликать на ролик мыши для того, чтобы все это сработало. Как же это, блин, неправильно. Так, хорошо. Погнали, у нас еще один крючок и назад. Хотя, скорее всего, может быть, там был где-нибудь сундук, но не особо нам это нужно. Погнали дальше. Ну вот, мы и добрались. Вечный трон. Что же у нас тут интересного? Ну, мне, надеюсь, они не хотят особо драться. Давай поговорим с тобой. А, тебя прислал советник. Кто? Итак, всадник. Однажды я уже победил смерть. Могу сделать это снова. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Конечно, нет. Ты все еще полон надежд. Очевидно, ты еще не встречался с советником. Кто ты? Я мастер клинков. Это все, что осталось от воина, человека, когда-то звавшегося Дрывом.
Я давно уже должен был пройти через источник душ. Но я завоевал свободу на арене. И только для того, чтобы упасть к ногам мертвого короля. Советник не очень впечатляюще звучит. Тысячелетиями его язык вливает яд в уши мертвого короля. Именно он сидит на вечном троне и требует услуг. Почему ты можешь меня научить, двойная Пашка? Пушка, пушка, Пашка, пушка. Так, что это у нас? Shift, удерживать S, удар. Давайте посмотрим. Пилап, Alt. И быстрее при быстром падении. Так, все остальное я этого трогать не буду. Так, Shift. Назад. Даже Shift назад. Вот это? Подожди. Ну да. А, ну да, Shift. Понятно, хорошо. Все остальное покупать особо смысла нет, я не вижу в этом. Так, а вот это я заберу. Флакончики мне нужны. Они достаточно полезны, так что... Давайте у нас узнаем, что здесь находится. Пустите, что ли? Никто не может потревожить костяного владыку без разрешения его советника. Всадник? В королевстве мертвых? Нет, нет. Ни в коем случае. Я должен поговорить с костяным владыкой. О, это невозможно. Мой господин сейчас в своем мире. Туда дорога закрыта даже таким, как ты, всадник. А ты ему зачем нужен? Как вешалка? Впрочем, есть один способ вернуть его оттуда. Золотая арена. Там смертным дается последний шанс избежать гибели. В том числе победитель получает право встретиться с королем. Победи чемпиона арены и возвращайся ко мне с его черепом. Тогда его величество примет тебя. И где эта арена? Не волнуйся, всадник. Мы уже на месте. Чего? Да. О! Что понадобилось Эхидне в вашем царстве? Насколько я знаю, у нее есть свое собственное. Да, сумеречный мир Исилик, где слепые сестры плетут свою паутину. На заре правления моего повелителя многие его враги сбежали туда. Мы охотились на них. Самой Эхидне чудом удалось ускользнуть. Возможно, она прячется здесь и все еще вынашивает свои дьявольские планы. До твоего короля были и другие, да, советник? Тут был другой. Существо по имени Аргул, но он был слишком безумен, чтобы усидеть на троне. Я помог моему господину избавиться от него и даже убил кое-кого из его подручных. Угу. Что бы мой господин без меня делал? Угу. Что бы... Осторожнее на арене, всадник. Костяной владыка, достижение получено. Если с тобой что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу. Тебе будет вообще насрать, я знаю, спасибо. Так не надо говорить, я уверен, что им будет вообще без разницы. Так, во время действия недвижимости смерть с большой вероятностью наносит критический урон, вероятность критического удара увеличена на 10%, окей. Это яд, скорее всего. Нет. Критический урон увеличивает, ладно. А это нанося урон поблизости. Хорошо. Ты что такое? Больше урон. А, да, кстати, это пригодится. И что это? Приносит 8 дополнительных. А, энергии жнеца. Подожди, с каждого пораженного противника. То есть. Будет быстрее восстанавливаться форма жнеца. Хорошо.
Кайфуем. Интересно, а в других, в другой ветке там точно так же было все или нет? Ну, я уверен, что насчет... Так. Ну да, мы на месте, сказал он. Подожди, что? Ладно. Почему именно таким образом туда добираться, я не понимаю. Что-то сломал, что ли? Мы сильно слишком врезались, я не понимаю. Так, а что же... Так, это... Ладно, арена не особо отличается. О! А что ты тут забыл? Подожди, это ты, да? Да, это ты. Что ты тут забыл? Подходи, налетай. Покупай мой товар. Как ты сюда попал? Торговцу ведомы многие пути. Не о всех он может рассказать всаднику. Ну, хотя бы несколько. Выбирай, что любо твоему сердцу. Так, у меня где-то тут для тебя завалялся вот эта реликвия, да? 3000 золота, спасибо. Хорошая цена. Возможно, я не знаю, какие тут расценки, но я... А, страница мертва, спасибо. Так, не понял. Ага. Так, все, да? Ну, давайте узнаем, что это за арена такая. Призовите чемпиона арены. Ну, давай. Чемпион арены я... А, ладно. Это не похоже на арену. Пока что это похоже на спуск на арену. И все. Хорошо, еще ниже давайте спустимся. Так, а ниже можно вообще? А куда еще ниже? Подожди. Окей. Здесь другие ворота. Загрузки. Это я уже ушел с арены, да? А, кажется, я уже ушел с арены. Ладно. Открывай ворота. Да, я ушел с арены. Это не арена. Нам нужно наверх. Ну, после того, как мы победим, я думаю, мы просто поговорим с владыкой. А, кстати, а зачем нам нужно поговорить с владыкой? Что-то связанное с древом, ладно. А что связанное с древом? Вообще без понятия. Ой, как же долго подниматься. Интересно, как быстрее? Без, с прыжками или без? Мне это не особо нравится. Почему мы должны преодолевать слишком большой путь для того, чтобы попасть на арену? Для этого просто можно, легко и просто можно было просто взять и сразу, чтобы арена была здесь. А не просто так, ищи много дверей, пройди сначала, потом ты найдешь где-нибудь... в каком-нибудь закоулочке то, что тебе нужно, а затем еще пройди 10 кругов по спиральной лестнице, чтобы дойти еще куда-то. Так, за казнь что-то дают. Так, о, последняя бутылка. Я не могу. А, окей. У меня уже была, кажется, бутылка. Так, а что у меня там по одежде вообще? Сила здоровья будет меньше, защита... Подожди, какая тут защита? 37, 50... Я не знаю, как тут меряется защита, насколько мне будет удобнее в этом, ну, пусть будет. Критический урон, как-никак. А, что? Я могу? Так. Чуть-чуть не хватает. Ну, ладно. Блин, здесь нельзя ускоряться. Такое себе. Удовольствие ползать по стенам без какого-либо толчка такое. Не особо веселое занятие. Скажу честно.
Особенно, если каждый раз приходилось повторять несколько, по несколько раз, так что... ладно. Внимание! На арену выходит претендент! Но что ему нужно? Освобождение от смерти! Нет! Он еще жив! Тихо! Он сам все расскажет! Говори, претендент! Я собираюсь победить вашего чемпиона! Все претенденты так говорят, но большинство умирает в муках. Но здесь не так уж. Души погибают, а наш чемпион становится все сильнее. Хватит! Давайте сюда вашего чемпиона. Да. В нем чувствуется сила. Он может сделать то, что задумал. Но наш чемпион не собачка, которую можно позвать. Ты должен привлечь его внимание. В этом алтаре его сила. Души всех, кого он победил. Три камня душ ты должен положить на алтарь. Тогда наш чемпион восстанет. Лады. Четыре судьи будут наблюдать за тем, как я пытаюсь принести три камня души. Так, мне туда как-то наверх надо еще забраться. Нашел. Я чихну. Или чихну? Чихну? Не чихну? А, кто знает? Я не знаю. Нет, без понятия вообще, хз. Нет, все нормально. Не особо понял. Так, куда мне идти? Куда-то наверх. Как мне туда забраться, я не особо... Ну вот, ну что это? Смерть, ты... Ладно. А как мне забраться наверх тогда уж таким образом? А, понял. Ага, еще здесь какие-то проходы есть. Здесь слишком много всего. Сейчас чихну опять. Или не чихну, я уже не знаю. Такое непонятное ощущение. Вроде охота чихнуть, а вроде такой... Не, я чихать не буду. Я просто буду щекотать тебе нос. Что-то щекочет нос, это капец. А, сука, такое мерзкое чувство. Урон холодом, окей. Еще ниже. А, понятно. Как-то наверх придется забираться, но я уже понял. Вроде бы как. Так, что там? Раз, два, три. А, не. Раз, два, подожди. Раз, два, три. А, то есть раз, два. Хорошо. Где это самая сильная атака? Ой, ну тут ладно. Он так долго... Они так долго нас болит. Ну, тут как бы мне нравится. Ай-яй-яй, не нравится. О, точно. Вновь заодно ХП. О, что-то фиг. Это как-то здесь рандом. Ха-ха. Хотя это какая-то... Это копье, что ли? Так, подожди. Ай, что, они так бьют неожиданно? Даже нету никакого предупреждения. Спасибо за ногу. Так, жатва. Они такие маленькие, что даже на жатву на них не особо действует. Так, поближе подходим, подходим, ближе. Ау, не настолько. Вот так. Мне нужно больше. А, у ярости больше. Спокойно. Минус. Нет, не минус, блин. Это невозможно. Ну тогда подключи. Заморозь. Ну почти. Все.
Так, хорошо, погнали менять. Так, у меня на мне надето, да? Ну ладно, придется уже поменять. Что у меня появилось? Так, что на мне надето? А, на мне уже другое что-то надето. Так, где-то шипы были. Подожди. Защита 80. Шипы, а вот. Без крита и силы, но шипы какие-то будут, так что, ну, по идее, это такая же обратка должна быть. Ну, это звучит, шипы, а значит, какая-то обратка. Ладно. Окей. Надо еще будет в другой мир вернуться. Сейчас заберем один кристалл, если получится за эту серию. Заберем кристалл. И в следующую серию у нас же это... Как ее зовут-то? У нас по дополнительным заданиям вся идет, так что... Что случилось? А. Куда мне это кидать? Хорошо. Во-первых, сюда. Во-вторых, спавнится еще одна. И если получится, то я кину это сюда. Ладно. Я надеюсь, правильно все сделал. Так, здесь ничего не открывается. Но выглядит то, что я что-то сейчас не то сделал. На первый взгляд, так. Это я, пожалуй, возьму. Критический урон и защита такая хорошая. Я наплечник. Ну. Сейчас идем в защиту. Так, сколько тут? 61 защита, здесь 42. Но здесь больше дополнительных эффектов. Затраты ярости уменьшатся, но это мне не пригодится. Так, другое, что у нас находка урон так уберется. Ты у нас бесполезный тоже, ладно. Так что ли? Куда мы отнесем? Е. А. А я могу сюда поставить? И что мне это даст? Я смогу пройти куда-то. О, хорошо. Я бы сказал, даже идеально. Ладно. А, мне тебе принести его? Ладно. Как-нибудь... Попробуем это сделать. Если, конечно же, получится. Надеюсь, получится. А, ну все. С этим разобрались. Хорошо. Наверх. Иди сюда. Ну, погнали. Какой? Он намного больше смерти и, по идее, тяжелее. Но кто знает. Не, удобно, у тебя несколько пар рук, по идее. Или он не умеет управлять второй парой рук. Ну, то есть, вот, например... Сейчас, секунду. Так. Ну, то есть, например, вот, чтобы управлять вот этими мистическими руками жнеца, нужно отключить своими, то есть ты своими не можешь пользоваться. Если так, то такое себе, конечно, но ладно. В какой-то мере это прикольно, ну ладно, ну такое. Ну и одновременно так себе. Ну... А, ну да. Первый есть. Камень душ, спасибо. Давайте драться, я уже... Готов был, но можно не драться, спасибо. А, сука, конечно. А, ну если будут обычные скоробеи, то я их сейчас отстреляю просто. Ну что? Ой, не то. Подожди-ка, подожди. Подожди, shift, подожди. А, два выстрела. Тогда будем делать такие. Два стариночки. Или нет. Несколько ударов. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Следующий. А, ну все. Ладно, с этим было легко. Так, что это у него блестело мне или мне показалось? Так, что это?
могу это взять. Просто это уже какой раз блестит? Я не понимаю, что это. Я видел это как минимум в трех местах. И я не особо пойму, что это такое. Так, это наша ворона. Быстрый урон опять. Надо... Мне, по идее, тоже должно быть бить морозом, но, не... но они не бьют морозом. Так, горло, ты чё? Надо будет попить вам. Так, это босс какой-то? Потому что вот этот знак. Так, он даже не успел заморозиться. Так, а зачем я разбирать это все буду? Здесь нет никаких душ. Кстати, здесь нету ни душ, ничего, кроме... А, нет, есть золото. Что это? ВВЕ. ВВЕ. О. Ну, это карта обычная. ВВЕ. Надо запомнить. Как там? В... Так, В... Это Вест, это что у нас? Запад? Запад. Да, подожди, еще раз. Три W, да? А, подожди, В, В... Это N? Или В тоже? Ну, это N. Это да, это В, В, Н, Е. Я что-то пропустить умудрился. Следуйте в этом направлении, чтобы выбраться из лабиринта Судьи Душ. Запад, запад, север, восток. Ладно, спасибо. Что? А раньше нельзя было меня предупредить? Я понял, что там что-то значит, но зачем? Я не понимаю. Теперь я понимаю, из какого-то лабиринта душ я смогу выбраться. Но нужно ли мне? Ну, конечно, нужно выбраться на воду. Так, первый есть. Так, ладно, сейчас мы первый вернули. Я надеюсь, я смогу сюда телепортироваться обратно. Первый вернули, сейчас мы пойдем в тот мир и сейчас закончим. Потому что еще два камня душа. Так, и пойдем по дополнительным заданиям, которые, возможно, будет выполнить там. Так, сейчас разберемся и закончим. Ну что же, давай. Ай-яй-яй, ты же не должен был атаковать. Где ты? Банан. Иди сюда. Что, закончились? Хорошо. Тогда телепортируемся сразу к древу, чтобы в следующей серии особо не зацикливаться. Таб задать. Подожди. А, точно, кстати. Давайте Вихир Ехидну... Подожди. Неизложенного короля. Вот это. Задействовать? Сейчас нужно понять, где оно, в каком мире. Так, мне, пожалуйста, всю карту. Спасибо. Неизложенный король. А, подожди, это... Чего? Так, давайте тэпнем всякие. А, ну да, сразу тэпнем все, чтобы в следующей серии начать с этого момента. Господи... А, хорошо, я как раз смогу тэпнуться обратно. Спасибо. Интересно, интересно. Неизложенный король, подожди. А может быть, это как раз-таки тот король, к которому мы сейчас пришли? Нет, это не он. Ладненько, давайте здесь закончим, и следующий... А, здесь где-то. Окей. Окей. Ладно. Как-нибудь вот так вот. Нет, слишком. Во-во-во, светло, хорошо. Итак, всем пока, с вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии. И всем пока.